Ну что, welcome back to my channel, дамы и господа мормоны, приветствую на канале. Сегодня сменил локацию, приехал на местечко, где я в принципе не должен, наверное, окунуться, но это не точно. Посмотрим, поищем здесь какую-нибудь мирную рыбку. О, всплеск, огонь, вот это огонь. Ну, всплески на воде активной какой-то рыбки. Не знаю, что она будет жрать еще и мою мормышку с силикончиком. Но посмотрим, уже воодушевляет. Какие-то всплески есть. Плюс подветрено. Вон еще всплеск. Блин, далеко от берега, конечно. Метров, наверное, 15-20. Ох, как играет. Но будем надеяться, что получится добросить до какой-нибудь... Бели 0,15 грамм, фиолетовый мотыль. Ну и посмотрим, что получится. Пока сторона подветренная, пока ветер дует в спину, комфортненько. Вся рябь где-то там далеко. Пробуем. На улице плюс 3. Лежит снег, который у нас шел вчера, позавчера. Листвы на деревьях нет. Не знаю, там почки есть или нет хотя бы. В общем, пока у нас природа еще нифига не просыпается. Кто-то где-то уже там карасей вовсю ловят. Плотва у них уже шершавая, не рестится. У нас еще дубочина. Тепло нам только снится. Без подсадчика, она маленькая. Вот первая плотвичка есть. Сколько прошло? Она минут 15. Я кидал эти всплески. И вот наконец-то добросил до рыбки. Огонь. Пиу, красотка. Сейчас фоткаем ее. Еще одна. Такая вот небольшая плотвенка. Ну, красивая. Капец, конечно. Фью. Может и толстая тут есть, кто его знает. Времени 7:30. Посмотрим, может быть, чуть попозже рыбка проснется и подойдет поближе к берегу. И не надо будет уже пытаться забрасывать туда подальше, может быть, наоборот. Под ногами все поклевки начнутся. Ну, пока вот туда забрасываю, сколько могу, сколько улетает, 0,15. И вот там вот на паузах подольше поклевочки. Делаю небольшую какую-нибудь анимацию. Провоцирующую потом паузу, чтобы она там в толще опускалась. Ну, посмотрим, может потом поактивнее будет. А может наоборот поплещется и отойдет наоборот еще дальше куда-нибудь. Так, ладно, пройдемся по бережочку, так, чтобы не свалиться. Посмотрим, какая тут будет ситуация. Может тут поближе к берегу рыбка держится. Может тут помельче. Или наоборот поглубже. В общем, походим. Поищем там, пока поклевки прекратились. Ну, если что, вернемся туда. Есть. Кто? О, плотвичка. Снегуся извалялась. Да подожди. Значит, это тоже была плотвичка.
Такая вот снежная. Опа. Ну прикольно. Значит, и тут есть рыбка. Есть, есть, есть. О, о-о-о. Вот это. Давай на берег, опа, чтобы не убежала. Вот это огонь. Как это плюх так выпрыгнул. Такая вот. А! Бум. В воду ее. Слава богу, не на камни. Вот кто, кто, кто. Давай, давай, давай. Опа. Латва. Да-да-да. Дразнит меня. Засранка. Че, я тебя обхитрил. Красиво. Есть, хорошенькая. Так, давай над водой, если вдруг ты свалишься. Ну, это такие уже, такие приятненькие. Вот, хвостик откусанный. Кто-то тебя уже пытался съесть. Может, тот же тот, кто мои мормышки тут пытается съесть. Так, ну что могу сказать? Десяток забросов на ноль одной мормышечки плюс мотылик. По дистанции я не добрасываю до туда, конечно же, куда улетало 0.15. У меня надежда была, что да, я потеряю в дистанции, но я получу преимущество в подаче, что 0.1 будет более плавненько идти, рыбка будет его подбирать более, так сказать, активно. Но за 10 забросов, вот окунек только один, за 10 забросов я не получил ни единой поклевки, ни единой потяжки плотвы. О, молоки летят с микроокуня. Ты что, такой маленький уже, такой готовишься к нересту? Молодец, у нас дубак, холоды, холода, а вы все-таки готовитесь. Молодцы. Ну и в общем, что дистанция решает, что буквально вот не хватает пару забросов, чтобы рыба там где-то увидела своей боковой линией, там как-нибудь заприметила, развернулась, пошла за приманкой. Ну, ни черта не хватает, не добрасываем. Поэтому сейчас еще несколько забросиков и все-таки вернусь на 0.15. Пусть она будет не так плавно в толще, но я доброшу до потенциально стоящей рыбы. Так, все, убрал 0.1. Кидаем 0.15. Пробуем вновь добросить до рыбы и получить поклевку. Надеюсь, рыбка еще присутствует на точке. И мы получим эти бодрые удары некрупной плотвички. Опа, 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 опа. Да, сразу же, сразу же, сразу же. Стоило только добросить. Так что дистанция. О, это вообще какой-то точно плотва. Ты не ельчик случайно. Стоило только добросить, и сразу все заработало. Так что не всегда легкий вес решает, да? А иногда решает и именно дистанция. Именно докинуть там, где она стоит. Потому что не хватает немножко, и все на этом. Вся рыбалка уже прекращается. Хотя разница там пару метров. Казалось бы, увидела бы она своей боковой линией, как она там чувствует, что где-то там что-то плывет, и схватила, но нет, 2 метров этих как раз и не хватает добросить. Так, ну и что у нас происходит? Вышло солнце,
За последние, наверное, минут 40 я не получил ни одной поклевки. Ловлю все так же 0,15, кидаю, но пока ниточка. Ну, я, может, конечно, сместился от той точки дальше, где рыбка стояла, но суть есть. Суть, как говорится, суть это не меняет. Поклевок нет. Всплесков на поверхности рыбки нету. С рассветом, как солнышко встало, из-за тучек вышло, начало светить. Казалось бы, наоборот. Пригревает, рыбка должна активно начать кормиться, греться на солнышке. Ни черта. Поклевок нет. Ни окуньков, ни плотвичек. В общем, ну, продолжаю искать. Сейчас по этому берегу пройду. Потом пойду по тому пройду. Он там вроде тоже подветренный. Там поищу еще. Так что продолжаем. Ищем. Несмотря... Ну и погодка сейчас... Опа! Сейчас больше станет. Было плюс 3 с утра. Сейчас станет плюс 5, плюс 6 обещали днем. Опа! Эй, собакин! Так что сейчас, может быть, и расклюется, но пока вот за 40 минут, наверное, это первое. Наныл. На нытье всегда клюет. Это проверено. Зато мне как комфортно стало на солнышке. То я замерзал, стоял, уже и руки отмерзли, и ноги, все подмораживалось. А сейчас солнышко вышло, и как-то сразу на душе так хорошо стало, тепло. Ну, если еще и плотвень расклюется, то это вообще будет огнище. Вот она под берегом прям. Опа, какая приятная. И стоит прям по берегам. Вот здесь вот травка какая-то. Палку мне не сломай. Вот здесь вот стоит травка такая старая. И вот в этой травке вот эта вот красотка, которая удостоена фото. Опа. Спасибо тебе. Жизнь налаживается, когда, несмотря на плохие погодные условия, температуры, начинает ловиться плотва. У нас начинает на душе какой-то там праздник появляться, да? Опа. Еще одна. Взяла. Вот она, красавица. Кусок слиток серебра. Такой красивенький. Спасибо, рыбулечка. Опа. Еще одна. Ну, эти поклевочки чуть ближе уже к берегу. Не с самого выброса. Уже у берега почти, у самого. Давай, добирай. Ты тут крутишься. Решайся на поклевку. Есть. Ну нет, не тот. Не тот размерчик, который бил с таким ударищем. Маленькая. Так, значит, решил с этого берега теперь покидать. Я обнаружил, что этот берег-то он мелкий, и мне, чтобы забросить хоть куда-то, приходится заходить по этим камушкам в воду. Интересно, на этой отмели рыба присутствует? Она активная или она отсутствует, или пассивная? Интересно. А может, наоборот, подходит на эту отмель погреться.
покормиться. Сейчас посмотрим. Покидаем немножко. Эй, ох, как долбануло вообще с ударчиком, с выброса. Но, блин, добрасывать далеко, очень далеко надо. Тут мелко, глубь начинается вон там где-то, но до глубины дойти тут не дает отсутствие какого-то прочного грунта. Тут трава засасывает, и вот поклевки там. Опять вот на выбросе. Сейчас попробую подойти чуть поближе, чтобы забросы сделать чуть подальше. О, кочка какая-то травяная. Есть. Оп. Еще одна серебристая красотка. Не зря пробирался. Опа. Все, ребят, буду заканчивать. Уже час хожу, брожу. Не могу нигде зацепиться за рыбу, так как берег мелководный этот, по которому хожу, разведку провожу. Добрався до рыбы нереально. На мелководье ее нету, несмотря что светит солнце. Вода должна прогреваться, рыбка подходить к берегу. Ни черта. Вот она клевала. Утром первые поклевки начались 7:30, и вот где-то до часиков 10, когда уже солнышко вышло, еще какие-то поклевки были, потом все, клев сходил на нет, и все, и вот последний раз я вот на этом мелком бережочке там в забродку немножко зашел в сапогах, две рыбки поймал, и все, и тишина, не могу больше нигде зацепиться, просто даже за поклевочку. Поэтому смысла нет больше ходить, время тратить буду, закругляться. Водоем большой, еще можно бродить, искать. Но лучше, конечно же, в следующий раз я соберусь при себе иметь забродники, чтобы зайти хотя бы немножко подальше от берега. Ну как немножко, смело можно метра на 4 вон туда заходить, то что тут по колено воды. Ну, в общем, работали веса. 0,15 самый ходовой. Пробовал 0,1 ставить. Надеюсь, что она там будет в толще парить, там, а приманочка, плотвичка будет подходить, ее хватать. Ни черта. Вот не подходила и все. Может, я не добрасывал до нее, а до туда, куда добрасывал, просто не было. Хотя некоторые поимки у меня были на 0,15 под берегом. Опять перевязывался на 0,1, думаю, ну все, сейчас заработает. Ни черта не было, ни одной поклевки. На 0,2 тоже не было, перебрасывал место, где всплески рыбы. Думаю, во, ништяк, сейчас туда доброшу, там получу поклевку. Нет, поклевок не было. Тонет быстро, никто ее не хватает. Вот 0,15, золотая середина сегодня вот такая была. Несмотря на погоду, все равно удалось опять же зацепиться за бель, половить бель. Блин, как кайф, какой же это кайф. Ждем, когда станет тепло, начнутся солнечные дни, плотва пойдет на нерест. Но это еще не знаю, когда это будет все это. Через месяц, может, только. Поэтому ждем, а так пока. Будем ходить где-то худо-бедно искать водоемчики, где можно уже половить. Вот посмотрел, под ветреный берег, чтобы был, приехал. Угадал, поверьте, берег подветренный, бель присутствует, ну, все сложилось. В общем, ладно, до новых встреч, пока-пока.